адрес парковки магазина Ашан. Сейчас мы поедем в магазин Икея. Я не помню, что я хотел купить в Икее, но что-то я очень... А, коврик, я хотел купить коврик. Пятна, конечно, на лобовом стекле остались от присоски, когда я ехал из Украины сюда. Но планшету они обычно не мешают навигацию вести, поэтому я их так до сих пор и не вытер. Номерные знаки, интересно. КР. Первая буква КР, это однозначно значит, что машина зарегистрирована в Кракове. И то, собственно, о чем я рассказывал. Под надписью Current слева наклейка 7 лет гарантии. Это то, чем здесь берут корейцы. Они берут очень длинные гарантии, в отличие от Volkswagen, от европейских марок и так далее. Корейцы предлагают хорошие гарантийные условия, и поэтому их машины все-таки покупают. Их не так много, как европейских марок, но они есть. Мы едем на парковку. Нам бы тут налево. А тут бы нам направо. Сейчас найдем где-то себе место. Будем становиться. Свободным местом как-то не очень на икеевской парковке сложилось. Хотя нет, одно так и есть. Вот мы в него сейчас въедем. Ну все. Теперь мы идем в магазин, магазинчик Икея, большой мебельный магазин.